В общем, тяжела и неказиста жизнь российского артиста. Я говорила с детства, мама, чему тебе светить с экрана? Зачем комедии и драмы, их в жизни до хрена? Но я упорный, как осел. Хотел, чтоб пред моим талантом люди поленить, я продолжил бой. Я лишь работал, я не спал, не пил и даже отвергал прекрасных женщин. Па-па-па! Ложился с тем, с кем надо лечь в постели, вот он долгожданный результат. Результат! Тот самый режиссер берет меня к себе. Все было б хорошо, когда б не долбанный гример, сыгравший роль в моей судьбе. Однажды он шепнул, что в прошлом я диджей, и режиссер смекнул, что можно сэкономить денег. Мы всегда говорили, что я прирожденный Чацкий. И когда в нашем театре ставили «Горе от ума» и раздавали роли, то я с надеждой спросил. Так, давайте сейчас сделаем прогон. Так, а Чацкий где? Где Чацкий? Опять запил. Колец он где, колец он. Молодец. Так, что ж делать-то? Что ж мне делать-то? Скажи. Чё тебе, Жень? У меня есть вопрос. А кто же я? Ну, ты вот на звуке сидишь очень хорошо, талантливо, да? Да. Ну, вот на звуке посиди, пожалуйста. Очень гениально, да. Вот такая зарисовочка у нас была. А дальше новая песня, которая очень неожиданно возникла, которую написали, значит, группа «Твоя дивизия» и Оксана Викторовна Рачкулик, которая сегодня, да, все это вот это вот устроила и праздновала свой день рождения совсем недавно. В общем, песня называется «Гарри Поттер». О, Господи. Теперь уже не с ним бороться.
делать ему одному самому, без того, без которого Кари не нужен. На могилку цветочков принес, как ты любишь, бумажки, тюльпаны, гвоздики, сегодня ром мысли, вот скота пес потребовал деньги за них. Я же профессиональный герой, на хэдхантере неподходящих вакансий. Иногда я мечтаю, что весенний порой ты вернешься ко мне, ты вернешься ко мне, и мы будем счастливы. Водопада, паник мужчина в клетчатом пальто, и непонятно, что бедняжке надо, но сразу видно, все ему не то. Потасканный костюм летучей мыши, в кармане фотокарточка и спирт. Герой поет, но Джокер не услышит, не улыбнется и не подбодрит. Кто позвал меня на бой и связал меня с тобой? Я живой мертвец, а он живет и пишет, сука, пишет. Скоро закрывают. Да-да, мой друг, тебя видеть рад. А дома, как обычно, отругают. Но кто же нас, героев, понимает? Глаза слезятся, глядя на закат, и каждый снова тихо повторяет. Я же профессиональный герой, на хэдхантере неподходящих вакансий. Иногда я мечтаю о весенней порой. Ты вернешься ко мне, ты вернешься ко мне, и мы будем счастливы. Уважающая себя группа, мы написали песню про Ленина, и как мы ему очень сочувствуем. Ничего, это очень грустная песня, очень серьезная. Песня, да. Мы вообще серьезные ребята, как бы. По нам даже видно. В общем, да, очень серьезная песня про Ленина. Ты готова? Господи. Я не готова. Подготовься. Поехали. Вот
вот уже почти что век я лежу и смотрю в это небо. В моих глазах навсегда застыли январские хлопья снега. Мама, я до сих пор помню запах теплого хлеба. Жизнь подобна потопу, а смерть подобна ковчегу. Только ты на нем совершенно один. Я почти что 100 лет наблюдаю за тем, как меняется родина. Мама, что делала с ней, пока я лежал? Я в костюм не броский. Сочтемся мы с ним как родня. Президент России мой тезка ляжет вместо меня. Да. Мы так похожи, смотрим друг другу в глаза и мороз по коже. Ой! Смотрим друг другу в глаза. Мама, ты была не права. Ага. Вспомни свои слова. Да. Сына, а ты куда собрался ночью, Дори? Мамочка, отстань, у меня репрессия. Какая у тебя репрессия? Доктор сказал, что у тебя маниакально-репрессивный психоз. Дядя Юра не прав, у меня совхоз, как ты не понимаешь? Муженек, Илюшенька, иди-ка, пожалуйста, сюда. У него тут совхоз. Слышь, совхоз, послушай, что тебе отец сейчас скажет. А ты мне не отец, мой отец Ульянов. Да ты на Красной площади. Держишься. Ну и не таких ломали. Ты ошалел? На отца, на мать. Борозды не портят старые мощи. Дома мне стала Красная площадь. Без мамы, папы, кредитов, мама. А чё сразу мама? Ну все, ни пуха, ни пера. А, к черту, да? Встаю. Всем телеканалам. Пошло. Поехало. Вот так. Все.
последняя песня, завершающая, это блюз. 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 Блюз старого ковбоя. В черном списке Сбербанка. В черном списке.